скажу Синдри, что я бог. Вот у него рожа-то вытянется. Нет, может, я хранил твой секрет слишком долго. Но теперь тебе придется хранить наш. Что это значит? Ладно. Я могу прочесть. Тут сказано, что в Муспельхейме, огненном мире, находится вызов Сурта. Это ритуал призвания? Или... Или серия испытаний? Надо будет выяснить. Наш юный бог не знает страха. Я же говорил, нам нужен ключ. Я не могу прочитать. О. Но зачем скрывать, кто мы? Это Один любит секреты. Не лучше ли быть открытыми, как Тюр? У Тюра тоже были секреты. По своим причинам. Он хотел защитить людей. Ни к чему болтать зря. Но надо ли врать своим друзьям или родным? Думаю, Синдри бы понял и сам поступил бы так же. Забудь. Ну что, парень, хочешь наконец увидеть страну великанов? Да, но грустно, что путь почти пройден. О, а вдруг придем в Йотунхейм, а там великанов тоже нет? Это не имеет значения. Главное выполнить просьбу твоей матери. Никуда не уходите, я уже заканчиваю. А можно ему сказать? Нет. Что сказать? Ты что, колесо облизал? О, боги, меня стошнит. Я не шучу, сблюю сейчас. Мы обсуждали... семейное дело. Я, кстати, кое-что понимаю по части семейных дел. Дай угадаю. Твой брат не так искусен, как ты, а его работа хлам. Ну да, все так и есть. И что? Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Сделай что-нибудь или заткнись уже. Вот как? Да! Надоело уже слушать про мелкие беды мелких смертных! Ну ладно. Обидно. Давайте лучше делом займемся. Все еще полезен вам. Может, тебе вместо меня обратиться к Броку?
остановит? Так, куда теперь? Почему ты был с ним так груб? Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду, даже горькую. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Мать бы не согласилась. Она не богиня. А раньше мне было жаль их убивать. Может, дальше я ее понесу? Нет. Почему? Мы почти дошли. Я же справлюсь. Да ну, ты позволяешь себе так о ней говорить, что я сомневаюсь. Что? Что она не богиня? Она была лучше богини. И ты будешь говорить о ней с уважением. Ну ладно, неси ее сам. Хочет раньше нас успеть в Йотунхейм. Не проще было сказать, что они хотят нас убить, потому что мы боги и опасны для них. Но этого исключать тоже нельзя. Пути Одина скрытны, а его цели... Хватит уже про Одина и его семейство. Говорили, что боги злые. Но это не так. Тюр был добрым. И Фрея. Кто злой, так это Ас. И знаешь что? Один прав. Мы для него опасны. Мы знаем, кто мы, и можем их всех победить. Но не всех. Еще не всех. Хваленый Магний нас одолеть не смог. Они не лучше нас. И еще пожалеют, что с нами связались. Обвинил меня. Меня в том, что ты сделал с Магни. Родной отец назвал меня трусом. И словами не обошелся. Катись, или мы тебя добьем. Ах ты, ублюдок. А!
Нет. Он побежден. Не убивай его. Он заплатит за слова о маме. Я сказал нет. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Как я сказал твоей матери перед тем, как взял ее. Что ты делаешь? Этот нож получше, чем мамин. Ты убил вопреки моему запрету. Вышел из себя. Ты сам учил меня убивать. Нет, я учил тебя выживать. Мы боги, мальчик. И у нас есть враги. Теперь отныне до конца времен ты отмечен. Я учу тебя убивать, да. Но чтобы защищаться. И никогда для забавы. Да он все равно никому не был нужен. Какая разница? Убийство бога приводит к последствиям. Каким? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Язык свой прикуси, щенок. Как скажешь. Мальчик, если Моди нас нашел, то и Бальдер где-то поблизости. Хорошо, мне есть что ему сказать. Ты не будешь вмешиваться, я сам разберусь. И ты его убьешь? Потому что он наш враг, да? Потому что он бы нас убил. Я сделаю лишь то, что будет нужно. Я помогу. Нет. Thank you.
они надоели. А, этот зал. Но нужен другой путь наверх. Учили. А, ты это мне? Я думал, тебе не по нраву мой тон. Кто-то может пробраться. Как учиться, если ты не учишь? Ты не внемлешь моим урокам. Я делала все, что ты говорил, а взамен хотела лишь правды. Откуда у тебя эти клинки? Ты их прятал. Ты говорил об убийстве Бога. Ты убил Бога этими клинками? Кого ты убил, Дамагни? Скольких? Ты слышишь? Я тебя слышу, но это не темы для беседы. Не испытывай мое терпение. Ладно. Эй, Мимир, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться. А-а-а. Поздравляю. Отправляйся в Кельм!
братья, берегитесь. Впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. А, правда? Но и как все было? Стой!
Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. Кое-что тебе может не понравиться. Толстая кожа. Но хватит вам! Молчание уже давит на нервы. Не мешай нам настраиваться. Thank you.
Почти на месте. Наконец-то. Мальчик, руну. По ней вырежи. Ого! Йотунхейм! Вот и он! Он прекрасен, да? Помню однажды... Брат, берегись! Что, скучал? Беги, сын, за врата! Нет! Я тоже бог! Я справлюсь! Пусти его! Серьезно? Бальдер, отпусти их! Возьми меня! Я сделал сам! Все это время я думал, что мне нужен ты! Но ты просто мясо! А мозгом оказался мальчишка! Нет! Ты сломал врата! Как попасть в Йотунхейм? Ах ты, тупой ублюдок! Уходи отсюда, сын. Да, разумеется, малыш, беги прочь. Пусть твой папочка сам как-нибудь разбирается. Пусти! Успокойся! К этому ты не готов. Я готов! Трума! А я-то думал, что у меня семья хреновая. Твой отец прав. Как-то ты, ну, совсем не готов. Короче, будь так добр, подержи это для меня. Спасибо. Атрей! Никогда не сдаешься! Стой! Нет! Брось моего сына! Сдохните!
Трошу! Трошу! Моего сына! Откроется, вся мощь Асгарда сразу обрушится на тебя. Все кончено. Да ну. Пусть так. Бартер! Нет! Послушай меня! Я помогу! Ну-ка, отступись, или я убью его! Ты ведь меня знаешь! Туды наделал! Сын! Сын? Я тут! Не двигайся! Сейчас ты будешь слушать, не говоря ни слова. Я твой отец. А ты, мальчик, явно не в себе. Ты слишком горячишься. Ты безрассудный и непокорный. Ты отбился от рук. Я не потерплю этого. Будешь чтить память матери и навсегда оставишь этот гибельный путь. Еще не поздно. Не думай, что разговор окончен. Мы здесь из-за тебя, сын. Помни об этом. Как холодно. Это Хель? Не просто Хель.
Это худшее место в Хеле. Вижу корабль. Сядем на него. Он проделает лишь половину пути до храма Тюра, но зато хоть отсюда уберемся. Много тысячелетий хранитель моста не пускал сюда смертных. Но ты вырвал у него сердце, и вот мы здесь. Надо же, как все повернулось. Сын? Это не я. Это был я. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Отвернись, сын. Как я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее. Это был не я. Я бы так не сделал. Тебе нельзя об этом думать. Не здесь. Да. Надо идти дальше. Да. В Хельхейм попадают не только больные и старые, но и преступники. Хелю нет разницы между нами и теми, кого должны терзать эти видения. Как бороться? Покинуть Хель. Чем скорее, тем лучше. Я не стану брать это в голову. Мимир прав. Это иллюзия. Это был не я. Нет. Это тот, кем ты станешь. Слушай, я знаю, что мы тут из-за меня. Я вас вытащу. Честно. Это я нас вытащу, а ты будешь слушаться. По правде, я не такой. Да уж, надеюсь. Теперь не мешай. Не хочу торопить, но быстрее нельзя. Дай подумать.
Может, нужно наполнить обе ловушки? Там Бальдер. Я бы никогда на не согласился. Слушай, ты не имела права. Я имела право. Я твоя мать. Ты не имела права, ведьма. Нет вкуса. Нет запаха. Я даже не чувствую, жарко здесь или холодно. Пиры, выпивка, женщины, все исчезло. Но ведь теперь ты никогда не почувствуешь боли. Сама смерть над тобой более не властна. Предпочел бы умереть? Чем лишиться всех чувств? Да. Да. Я бы лучше умер. Да. Верни мне все, мать. Но... Верни. Верни. Верни мне все. Это уже невозможно. Сын. Поверь мне, однажды ты все поймешь. Ты все поймешь. Давай. Нет. Да. Не пойму. Давай. Давай. Ты мне жизнь погубила. Нет, мы можем это обсудить. Послушай, поверь мне, я знаю, нет, когда... Давай! Давай!
мать. Почему ты молчал, голова? Ты со мной сделала. Ты не поверишь, я забыл. Не поверил. Что ты со мной сделала? Сам не знаю, как так вышло. К чему не утаивать от вас подобное? Мы пришли. Но имей в виду, разговор не закончен. Спешим.
Уверен, что на нем можно плыть. Пойдет. Дай помочь. Что сделать? Ты уже сделал. Но помни, корабль одолеет лишь часть пути. Храм Тюра находится наверху колоссального водопада, а мы, увы, внизу. То есть, если даже мы доберемся туда в целости, нам нужно как-то подняться вверх по водопаду. Кваны построили великий корабль, и он мог летать. Скидблоднир? Да. Потому что он был так задуман, а этот не был. Другого корабля у нас нет, так что пойдем. Наткнулись на самый большой айсберг, какой я видел. Ну, огонь хотя бы греет. А теперь? Долго. Ты жди здесь. Ого, ты сделал огромный небесный фонарик.
Жди меня там. Есть разговор, брат. Ты же понимаешь, что все кончено? Даже если мы вернемся в Мидгард, вы с Бальдером разрушили единственные врата в Йотунхейм. У нас нет вариантов. А уж мальчишку... Просто головная боль. Он такого возомнил о себе, что... Атрей, не твоя забота. Он станет заботой всех миров, если ты ничего не сделаешь. И не нужно большого ума, чтобы это понять. Атрей. Помочь? Давай вместе. Получилось. Мы свободны. Мы отсюда выберемся. Сразись со мной! И покончим с этим! Да, сын мой, пора. Нет. Снова этот голос. Ты знаешь, кто это? Я не знаю. Айсберг по левому борту! Держись! Они окружены! Гарпун! Я его срежу! Ты
Сколько нам еще до храма? Да, а то холодно. Если сохраним скорость и огни не погаснут, скоро мы будем на месте. Yeah!
Почему огонь не гаснет? Ты в магию веришь? Или глядишь? Что ты натворил? И это твоя мысль? Вы оба чокнутые! Мы покидаем этот мир. Сейчас же! Главное не рухнуть обратно.
сразу ясно по абсолютному отсутствию вкуса. Не здесь ли Один хранит подсказки насчет Йотунхейма? Пропавшая история Тюра. Наверное, Один украл. Зачем? У него всегда свои причины. Можно взглянуть? Надо же, а вот это неожиданно. Почему? Что это значит? Понятия не имею. Правда неожиданно? Голова. Значит так, очевидно, это Тюр. Он путешествует как-то волшебно. Но при чем тут великаны и почему они посвятили этому алтарь? Увы, это совсем не очевидно. А что это за руны в углах? Не руны, символы из других стран. Они значат... Войну. Да. Откуда ты? Этот мне хорошо знаком. А... Его глаза самоцветы. Как у тебя? Это символизирует дар видения, который мы получили от великанов. Поднеси-ка поближе. Любопытно. О, это очень любопытно. Что это? Тайные схемы, спрятанные Тюром так, чтобы прочел лишь он. И те, кому доверяли великаны. Прямо под носом у Одина. Я же обещал вас доставить в Йотунхейм. Как это понимать? Ты сказал, пути больше нет. Не понимаешь, брат? Один не утратил надежду, и нам не следует. Он знал, что тут есть подсказка, но ее нашли мы. И это схема ключа от какой-то тайной комнаты Тюра. Я не знаю, куда она ведет и что там, но это путь. И как нам сделать ключ? Вот это спроси у гнома. Символ на двери храма — это переплетение нескольких рун. Мир, единство, надежда и много еще чего. Работа Тюра. Он сам сделал эту дверь. Сын, то, что ты там увидел... Я ничего не видел. Ты что, не видел его? Старика? Какого? Может, пойдем? Да. Идем. Вернемся в Мидгард и попробуем изготовить ключ. Где там этот гном?
ты не сказал, что Бальдер сын Фрей? Ну да! Я как слышу, каждый раз удивляюсь. А я ведь точно знаю это. Но когда думаю о Бальдре и Фрее, я... Мимир? Что? Фрея. Невероятно. Голова, назови слабое место Бальдра. Бальдр невосприимчив к любым атакам. Физическим и магическим. Стой, что происходит? Какие-то чары не дают ему говорить. Да? Ну да, вот в чем дело. И когда же она это сделала? Когда к ней попала моя голова? Или когда я догадался об уязвимости Бальдра? Мимир! Да-да. Ты знаешь слабое место Бальдра? Разве? Но Бальдр невосприимчив к любым атакам. Физическим и магическим. Хватит. Главное, Бальдр уязвим. Если снова явится, мы его одолеем. Делаешь. А это оружие? Броня? Или другой какой инструмент войны, по которым я, безусловно, мастер? Нет? Тогда забудь. Даже если бы я хотел сделать подобную безделицу, то просто-напросто угробил бы инструменты, работая над такой дамской вещицей. А если обшить? Заварить скапом по контуру. Слои тонкие. По одному их класть. Ну хорошо, умник. И где ты мне прикажешь нынче взять кусок хорошего скапа? В последний раз я видел скап еще когда у меня шишка торчком стояла. Да иди ты. Это что? А где ты его? Мне пришлось замарать руки. Ну так не стой столбом. За работу! Что? Ты... готов работать над чем-то, кроме оружия? А почему бы и нет? Что? Я расту над собой. Тут надо обухом. Давай, расслабь кисть. Сам давай расслабь кисть. И мне нужно больше жара. Сейчас поддам. Ты будешь еще закалять сталь? Это не нужно. Я уже трижды закалил ее в жире Драугра. Видал? О, как находчиво. И чистенько. Какой же ты башковитый. Учиться никогда не поздно. Правда? Никогда. Вот и он. Стой! Чуть не забыли. Хватит уже лыбиться. Ты меня прямо нервируешь. Да я просто рад, что вы поладили. Но у вас клеймо теперь другое. Ну, так бывает, когда чинишь то, что сломалось. Я знал. Вы любите друг друга. Да заткнись уже, малявка. Не то я сейчас тут разрыдаюсь. Новое клеймо лучше. Правда? Нет времени болтать. Говорил я, ничего с ним не сделается. Ну, за работу.
Ну и это все? Теперь надо понять, какую дверь открывает ключ. Наверняка это где-то в храме. Тюра, вот она. Мы вошли. А где это мы? Я знаю не больше твоего, братец. Мы под залом путешествий между мирами. Но почему потолок внизу? Эти двери, похоже, копии тех, что наверху. Наверх. Тюр использовал ту же магию для защиты черной руны. Возможно, то, что нам нужно внутри. О, рядом с дверью в Йотунхейм. Любопытно. Но достанем ли мы? Не отсюда. Что там сзади? Так, комната внутри комнаты. Гобелены. Наверное, тоже великаны делали. Похоже, что Тюр был у них в большом почете. Сын, эта руна значит Йотунхейм. Ну да, смотри. Мы по ту сторону двери. Дверь наоборот. Что скажешь? Отойди. Ладно. Движется? Что движется? Удивительно. Вся комната стоит на какой-то оси. По обе стороны цепи. А без них... Можно повернуть храм. Ладно. Повернуть? Сын, на статуях. Вижу, тут сказано бездна. Зловеще. Ну, читай. Первого раньше, последнего позже, пуста середина и тени нет тоже. Аутро. Ты уверен, что нам нужно именно повернуть храм, чтобы попасть туда? Ты сказал, что мы пройдем здесь. Храм можно повернуть. Поэтому мы поворачиваем храм. Железная логика.
Не знаю, что будет, когда мы перевернем зал, связанный с восьмью мирами. Это любопытно. Но вряд ли это доставит нас в Йотунхейм. Я бы рискнул. Хотя не знаю. Может, вы с Тюром одинаково безумны? Еще один. Тут сказано Бергельмир. Мама говорила, это король великанов. Да, так и есть. И не просто король. У него была куча детей. Это, малыш, еще очень мягко сказано. Он мертв, но его никто не убивал. Великаны умирают от старости? Иногда, но это редкость, почти сказка. Ловушки. Подумал, может, меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты же все пропустишь. Тебе ведь это нравится, да? Пора тебе действовать, брат. Эй, это фрагмент шифра. Нужно найти еще несколько таких. Оставьте их в покое. Но это явно не про нас.
Ты живой? Возьми!
еще вторая цель. Это другой. Разнообразие — это очень... Никогда не сомневался. Да ну! Теперь мы сможем расшифровать руны Нифльхейма. И еще здесь руна пути. Отправимся куда-то? Пока боги не подобреют. Долго ждать придется. Не, это они просто нас ждут.
как яблони. Это все? Перевернем храм. Это начинает казаться нормальным.
Это что, армия статуй? Не думаю, что они оживают, если ты об этом. Тюр считал, что в его мире солдатами должны быть только статуи. У него доброе сердце, конечно, но ни капли самоиронии, правда? Братья, я знаю, что я обещал, но если не получится, помните, Тюр не зря создал эти препятствия. Он не дал Одину добраться до Йотунхейма, но мира не добился. Но надежда-то есть. Мы теперь действуем сообща. Мы едины. Вот о чем говорила руна на двери. Мы идем путем Тюра. Используй ноги, брат. Он знает. Я просто хочу помочь. Понадобится грубая сила, я буду рад, что ты рядом, брат. И мы не погибли, это хорошо. Там, слева, отсюда можно забраться. Видишь, Мимир, никто бы не справился в одиночку. Все эти препятствия дают понять, на что мы способны. Все спорят. Мы с отцом, ты с Фрей, Синдри с Броком. Но когда мы действуем сообща, мы сильны. Это и есть испытание Тюра, поэтому мы попадем в Йотунхейм. Слышишь, брат? Мальчик обрел равновесие. А это что? Ты сказал мудрые слова, Трей. И я рад это слышать.